Создав в 1992 году спецподразделение дознавателей МВД доверило этим людям не самую легкую работу – выявлять, расследовать и раскрывать преступления, перечень которых насчитывает более 80 составов. Дознавателям приходится общаться с весьма непростым контингентом, вникая в житейские разборки, пьяные дебоши, семейно-бытовые конфликты. Именно от профессионализма сотрудников до знания их умения грамотно и быстро принимать важные решения зависит качество расследования многих уголовных дел. Дознаватель – это профессия, которая требует полной самоотдачи. На собственном опыте в этом убедилась Мария Мякишева. Она посвятила этому делу 10 лет. Я пошла работать изначально, закончив юридическое образование у меня, из-за того, что я мечтала работать в полиции, как бы мне казалось, то, что я могу что-то изменить своим присутствием. Ну и сейчас расследую уголовные дела. Мне кажется, что как бы мы находим истину. Вот, и как бы делаем наш мир лучше. Это только на первый взгляд. Старший дознаватель Мякишева – хрупкая и слабая девушка. Ее силе духа, стойкости, работоспособности можно позавидовать. За достигнутые результаты в служебно-оперативной деятельности Марию и других таких же самоотверженных сотрудников подразделения начальство отметило почетными грамотами и благодарственными письмами. Труд у вас однозначно достаточно сложный. Такие же у вас и аресты, и продление стражи имеются. И в целом дают процессуальные моменты, они заставляют вас дисциплинировать самих и наводить вообще по конституционный порядок в районе. Игорь Лощук поблагодарил дознавателей за их нелегкий труд и пожелал им здоровья, везения, находчивости, легких расследований и правильных выводов. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».